Наверное, главное противостояние всех времен и народов, о котором в своем произведении рассказывал еще Иван Тургенев, «Отцы и дети» сегодня переместится на футбольное поле стадиона «Строитель», где они и сойдутся лицом к лицу в товарищеском матче. Но кто окажется сильнее, мальчишки, которые постараются подпортить настроение под конец недели своим старшим, или родители, которые попробуют поставить на место своих чад? Мы узнаем буквально через 40 минут. В тренерском совете мы посидели, подумали, как разнообразить именно летнюю оздоровительную кампанию, летний лагерь. И под конец, перед перерывом между первым и вторым кругом, решили, что неплохое было бы такое нововведение использовать вот этот матч, товарищеский матч детей и родителей. Товарищи родители, а вы будете поддаваться своим детям? Нет. Они лучше нас играют. Они нас уделывают сразу же. Как оказалось, родители скромничали или, может быть, нарочно усыпляли бдительность своих сыновей. Уже с первых минут те, кто постарше, ринулись в бой, видимо, понимая, что соперничать в выносливости с мальчишками получится навряд ли. Их-то было аж 4 состава. Настойчивость отцов дала свои результаты, они почти сразу открыли счет. Но уже через несколько минут вышедшая на поле смена в команде детей восстановила статус-кво. Если вы думаете, что матч был просто товарищеским, то заблуждаетесь. Подкаты, фолы, мощные удары и сейвы голкиперов не давали скучать даже девушкам. Тем, что были на трибунах... А почему вы сами не переоделись и не вышли на поле? И той, которая вышла на поле в составе команды родителей, чтобы распечатать ворота соперников, который, к слову, защищал ее брат. Если она тебе гол забьет, ты расстроишься? Да не очень, я порадуюсь за сестру. А ты видела, как он вытащил несколько ударов? Да, случайность. Да? Да, я уверена в этом. Недооцениваешь его таланты? Да, недооцениваю. Но забегая вперед, хотелось бы сказать, что забить гол ей так и не удалось. Зато удалось это сделать мне, причем дважды. Некоторые родители попросили помочь их команде, которая, выражаясь спортивным языком, немного наелась за первую половину матча. Но подустали и дети, в связи с чем стали создаваться моменты и у тех, и у других ворот, некоторые из которых превращались в забитые мячи. В итоге 7-5 в пользу родителей. Как вообще интересно против детей? Конечно, без вопросов. Они как горят желанием? Конечно, да, горят желанием. В полседьмого утра проснулся уже, собирался, когда поедем играть. И сгорел немножко. Причем нет разницы, 2006 год, 5-й, 4-й, все играли хорошо, то есть на равных. Говорится, было со всеми тяжело. Я видел, что вы тоже как бы довольно-таки настроились. Да, у нас тоже, конечно, настраивались, когда не попадали. Еще больше их, да. Расстроились? Ну да, да, немного. Почему не получилось обыграть? Ну, с ними тут не потолкаешься. Да, трудно с ними. Старший. А ты, Ваня, готова взять? Да, конечно. После матча по традиции разбор полетов и командное фото, на котором все выглядят хоть и подуставшими, но зато счастливыми. И в таких играх вовсе не важно, какой в итоге получился результат.